Короче, тут одна стоянка есть между Казанью и набережной Челнами на Мамадышском направлении. С обоих сторон. Здесь продают кучу всякой жратвы. Самое мое любимое, что здесь продают много рыбы. Я не знаю, на ту сторону я пойду, не пойду. Там рыбы как-то больше. Но здесь тоже ее навалом. И я вам, ребята, всем рекомендую. Тут у меня одна тетенька знакомая есть, девушка. Красавица. Палатка номер 6. Я всегда называю. Ты, говорю, работаешь в палате номер 6. Где у нас прокурор? В 6-й палате, где раньше Наполеон был. Она продает рыбу. Я всегда у нее покупаю. Так что, когда вы сюда будете проезжать мимо, заезжайте, всегда привет и Славчика передавайте. Она вам сделает скидку. Это такой промокод. Славчик. Поэтому давайте посмотрим, что здесь продает. Ага. Мужик сразу убежал. Камера испугался. Пирожки. Пирожки жареные? Ага. Рыба. Ё-моё. А вот этот сум копченый же, да, самый? И сколько он будет такой стоить? А, 800? Нормально. Пирожки. Не, спасибо. Да. А все. А я уровень радиации снимаю. А что, вы боитесь? У вас есть что прятать? Нет, это просто испугалась, пожалуйста. Вам страшно? Нет, я не хочу сниматься на телевизор. Ладно, не зачем буду. Мне? Это что, знаменитое место, что ли? А посмотри, какая красавица. А? Можно снять лицо? Вы тоже снимаете на телевидении? Да, да. Не, не на телевидении. Хотите, я свой канал дам, потом посмотрите. И вот это все будет сейчас. То, что мы говорим, да. А лицо это мутное сделаю. Нормально будет? Лещи. Лещи, лещи, лещи. Короче, сейчас мы потихоньку подойдем к Люсе. Я думаю, она обрадуется. Пицца. Ё-моё. Рыба опять. Это же самое вкусное. Вот Дёмочка любит такое. Дёма, смотри, сколько рыбы. Блин. Горячего копчения? А вот это конская, да, колбаса у вас висит? Конина. А почему вот эта длинная? 500, а нормальная цена, в принципе. А это что за рыба? Это жерех пряный. Ё-моё. А жерех почем? 500. 500. Вот так, ребят, смотрите, сколько тут всего. Я вот это все сожрал. Так, 16-я палатка. Смотрите, смотрите, одна рыба. Рыба, 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 рыба кругом. Рыба, рыба. Пицца пошла. Но я бы вот это, конечно, не брал. Это мне как бы сомнение. Сейчас я домой до Люси дойду. Здрасте. Ух ты, а это что такое зубастое? Вот это. Это сюда. Здравствуйте, как у вас? Сомики. Смотрите, какая красота. Ой. Это же этот, как его, терпух? Нет, это судак. А, судак. А терпух полосатый. Посмотрите, сколько всего вкусного. Вот в Америке же хрен такое купишь. Смотрите, 13-я палатка. Тихо. Уже все выглядывает. 12-я. Сейчас мы к Люсе подойдем. Где моя красотка? Здрасте. А? Желаем, но попозже. Вы что, хрену? Тут мухи садятся. Где же моя Люся? А Люся вон там, где у нее рыба висит. Вон она. Люся, Люся. Я в тебя влюблюся. Привет! Так, Люся не хочет, чтобы мы ее снимали. Я тебе рекламу бесплатную делаю. 250, 150, 120 за 100 можно. Что? Это терпок, кушать без костей. 50. Детям можно, взрослым можно, да. А. Тоже от размера зависит. Есть 250, есть 350. Ага, есть 250, 350. Понятно. Глазка тоже без костей, морская рыба. Тоже очень вкусная. Демочкин, завидуй. Мне вот эту рыбку отложили. Это что у нас? Сом, филе холодного копчения. Я бы ее сейчас целиком вместе со шкурой бы слопал. Ой, ой, но я ее завтра приеду заберу. Смотри, какая красотень. А это что, лед? Да. А, значит, холодненькая. Ладно, Люсенька, давай заворачивай его. До завтра. А ну-ка, Люся, расскажи еще для Демочки. Демочкин, смотри. Сом, филе, камский, стейк, камский, копченый, как шашлык, копченый. Я буду на свадьбу это коптить. Только нету. Купи пирожок с картошкой. Язык глотаешь? Да. Ништяк? Угу. Открывай рот.
Ой, блин, во рту тает. Купи пирожок с картошкой. Или хлеба. Ладно. Они жирные. Потом меня ругать будешь. Ладно, ладно, куплю. Вот, ее надо с хлебом кушать обязательно. Хорошо. Вот так, ребята. Тут такие вкусняги продаются, это вообще пипец. Ум отъешь. Какая нахер Америка, блин? Какая нафиг Америка? Смотрите. Сколько? Где это вы в Штатах такое найдете? Нигде не найдете такую вкуснятину. Короче, я не вытерпел и буду прямо машинист. Нормально, ложи, ложи. Сейчас возьму себе пивка, прощай, фигура. И на ходу буша буду кушать. Смотрите, у Люси, у единственной у нее ковер. То есть вы идете по ковровой дорожке, уже за это надо лишние 50 рублей заплатить за рыбу. И я еще когда-то и 2 года назад щузы купил. Смотри, она до сих пор в них ходит. А ну покажи. Это ж скетчерсы, блин. Я Люсе подарил, прикинь, носит до сих пор. Нравится? Да, удобные, хорошие. О. Ну что? Ой, купил я у моей дорогущей Люси рыбку. Взял пивка себе, ребята. Я же не за рулем. Кстати, это моя любимая сестренка. Вот. И сейчас она за рулем, пусть едет. А я буду потихонечку кушать. Взял, короче, сказала, говорит, пирожок купи. Оказался не пирожок, а костыпы. Я говорю, что ты мне? Ты же сказал пирожок, что ты меня дуришь. На ровном месте. Ну, кстати, вкусный. И рыба. Ой, вот она в пакетик завернула. Сейчас я вам скажу свои ощущения. Вот ребра есть, косточка? Тает во рту, ребята. Просто вот из 10 баллов 10 с плюсом. Короче, ребята, кто проезжает, кто хочет покупать рыбу, вот этот, между Казань и набережной Челнами, вот этот на Мамадышском направлении, это рыба, 6-я палата, зовут Люся, вот эта светленькая девушка, красавица. Промокод, Славчик, сразу получите скидку. А пока моя сестра за рулем, я, какая прелесть, взял Стеллу Артуа. Главное, подошел в одну палатку. Я говорю, пиво есть? Есть. Достает не теплое. Я говорю, кто у вас будет покупать теплое пиво? Кому оно нужно? Пошел в другую палатку, вот дала холодненького. Еще взял какого-то, по-моему, то, вот я не помню же, то ли судак, то ли лещ. Какой-то вяленый. Все-таки, ладно, удержусь. Так вот, смотрите, я перед поездкой в Россию, я похудел на 16 фунтов. Примерно, наверное, 7,5 килограмм. Кому интересно, посчитайте. Я похудел, такой стал красивый, без живота, приехал сюда, в Россию, и понеслось. Водка, пиво, обжорство каждый день. Вот эту рыбу я в Ленте там все скупил. Я 2,5 недели был в Казани, и каждый день. Рыба, килька, вот эта маленькая, в таких пластмассовых баночках, Три океана называется кофирма. Три океана, и она в этом самом, как она там, соленая, в пряностях. Да, вот этот пряный рассол под водочку. Я не могу, время уже 10 часов, а я же спать-то не могу, время разное, 7 часов разница. Думаю, сейчас хоть вмажу немножко, меня торкнет, и я усну. И я сяду, целую баночку вот эту вот так под водочку наверну, такая вкуснятина, ой, не могу, это просто все. Я за 2,5 недели набрал 5 килограмм. Короче, все, что я похудел, все назад себе нажрал. Прикинь, Натаха, все нажрал назад. Теперь все, я уже 2 дня опять сейчас постюсь снова, опять кефирчик, 5-е, 10-е. Сейчас я сбросил целых 300 грамм за 2 дня. Сейчас будет плюс кило 300. Да. Пиво, рыба. Да, пиво, рыба, короче, костыбы, сейчас снова плюс кило 300 будет. Да фиг с ним, приеду домой, назад, снова похудею, сяду на гречку. Отпуск же у меня, елки-палки. Так вот я что, ребята, вам хотел сказать? В Америке, да, там продают в русском магазине, там и вяленое что-то, но все равно это не того качества. Вот все равно в Нью-Йорке они там халтурят. Это же все в Нью-Йорке делают. А тут местное. Я, конечно, не спорю. Наверняка у них там полная антисанитария, я так подозреваю. Потому что я когда-то передачу смотрел про эту рыбу. И они там в антисанитарийных условиях готовят. Но, по крайней мере, никто никогда ни разу не отравился. Кто-то скажет, там, с трассы летит пыль какая-то, там, выхлопные газы. Ёлки-палки, они довольно-таки далеко там от самой дороги.
Я за это не переживаю. Я больше всего переживаю за мух. Вот мухи там на рыбу садятся, и меня вот это смущает. Еще эти зеленые навозные. Они хоть бы как там пленкой закрывали, что ли? Или оно затухнет в пленке? Наверное. Ну, я ей сказал, говорю, она говорит, я тебе с холодильника все дам, все, вкусняшку, самую вкуснятину. В общем, мне без мух. Ну, а мы пока едем, и я вот эту вкусняшку поедаю на ходу вместе с Костобы, Костобы с картошкой. Хочешь? Я даже вам завидую в какой-то степени. Наталья, пивка хочешь? А ей нельзя. В Америке за вот эту херню наручники бы одели. Ну, здесь не Америка, тут это можно. Я правильно говорю? Bye.